那。Правда? Его! Ведьмак убил чудовище! Он, конечно, не слабак. Только бьюсь об заклад, что с великаном не справится. Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары. Бывай. Взгляни-ка сюда. Давай. Это мирная деревня. У тебя рана? Вы лучше себя чувствуете. Ну...
Все, все, все. Что случилось с твоим отцом? Он рубил дрова, и на него напал медведь. Веди. Сюда, здесь, за деревьями. Сколько ждать нужно, пока кто-нибудь появится? Ну, ребята, за работу, хватай его! Жалкое зрелище. Вот сука! Шевелись, плотва.
Я дурная, я знаю. Дашь меч подержать? Поздравляю с удачной работой. Человеку все время необходима забота. Лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Правда? Хорошо.
Быстрей! Глаза его видел. Йорульф. Тебе здесь чего? Ничего. Вот думаю, чем вы тут занимаетесь? Если это, конечно, не секрет. Секрет? Этим гордиться надо. Нас привел сюда Лугас Синий, чтобы помериться с силой с чудовищами из пещеры снов. С чудовищами, говоришь? Хорошенькое дело. А я могу поговорить с Лугасом? Может, он захочет нанять профессионала? Куда? Нечего чужаку по нашей лодке шастать. Лугас меня ждет. Веди. Верно. Пойдем. Че? Я что-то не понял. Ну, постой здесь, подумай. Какие только людям снились. А во главе них пойдет моя теща. Ты знаешь, когда на моем дракаре в последний раз были люди с большой земли? Не знаю. Когда я вез пленников из Велена на невольничий рынок в Назаире. Говори, зачем приперся? Ты случаем не хочешь нанять ведьмака? А ты не хочешь сплавать на спикер-ролл? Эй, ребята, раздеть его и в воду! Подожди, я слышал, ты идешь к пещере снов. Может, тебе пригодится лишний меч или даже два? Да будь там хоть дюжина грифонов и полсотни виверн! Я с моими ребятами... Ты со своими ребятами в чудовищах не разбираетесь. Грифоны и виверны никогда не живут рядом. Ну вот. Может, и стоит потратить на тебя немного серебра. Хорошо, я беру тебя. Я уже собирался выходить. Ты готов? Что ждет нас в этой пещере снов? Это зависит только от нас, потому что... А, позже объясню. Можем отправляться. Это далеко? Не, на полет камня. Соберем только остальных ребят и пойдем. Посмотрим, сколько правды в легендах. Это лучшие воины моей дружины, Геральт. Они пойдут с нами. Йорульфа, прозванного Росомахой, ты уже знаешь. Здоров. А это Уве Молчун. Почему Уве такой тихий? Потому что у него нет языка. А что случилось? Он лизнул железку на морозе? Он отрезал себе язык за то, что пьяным поносил короля Брана. Потерял голос, но сохранил честь. Интересные у вас обычаи. Прежде чем отправимся, скажите, наконец, что-нибудь про эту пещеру. Хоть пойму, с чем буду сражаться. Это можешь знать только ты. Старцы говорят, что в пещере снов нужно сразиться с тем, чего больше всего боишься. С тем, из-за чего ночью просыпаешься с криком. С чем-то, что уже было, будет или может случиться. Интересно, чего может бояться убийца-чудовищ? Ну, довольно болтовни. Мечи наголо. Вперед!